Слушайте, интересно, правда, а если сегодня в окно крикнуть и снова «Седая ночь» кто-нибудь подпоет? Интересно, так. Серьезно, блядь? Бубинского под видео. Кто лайкнул, иди к нам, расцелуем. На нахер. Играть на ультрах дешево. Кто-то, кстати, говорил, что черепашки так не слабо это кусают. Типа у них там челюсть какой-то. Пультуга пожилого. Ля, дурак. Ля-ля, горячо, что оно лежит. Дай, смотри. Вот, пожалуйста. Смотри, смотри. Как вы думаете, какое количество дублей он сделал? Его звук не смущает, нет, когда он едет? О, май гаш! Это что, ускоренное видео, что ли? Так, ну-ка, мужик, давай-ка нас это... Погоди. Чё, бля? Это чё сейчас? Это ускоренное? Нет? А, ну подожди, там время идет. Да не, ну подожди, это какой-то монтаж, это гонево, ну невозможно это. Не, погоди, он походу... Да ну нахер. О май гаш. А как? А как так-то? Есть соревнования такие? Интересно, какой мировой рекорд? Ты представляешь, это сколько надо так, чтобы ничего не упало нигде? Принято мной решение о том, что 35 декабря мы будем объявлять нерабочим днем. Блять, ну ты по бумажке читаешь! Ну ты, чел, ты по бумажке читаешь, бля! Дай пизду. By the way, you in the middle, what's your name? My name is Mariko. What's your real name? Joselito. Вот это поворот! Самое главное в лесу при встрече с диким... Так, задача еще одна на 21 год. Ни в коем случае, кто бы ни позвал, под любым предлогом, снять контент, $1 миллион, что угодно, не поехать, ни в коем случае не поехать в Таиланд. Ни за что. Запомните, напомните мне это, если я под каким-либо предлогом захочу туда поехать. Сразу скажите, Леха, не езди в Таиланд. Запомните. Потому что 100% я попадусь на ловушку Джокера. Зверем. Мне это не надо такое. Детей. Я всегда беру детей в лес. Чего? Вот, пожалуйста.
Ситуация в баре. Молодой человек, вам повторить? Да. Идите нахуй отсюда. Get along just fine here. Нормально все? Ус. Ля. Ля бухает. Завидно, давно ли какая-нибудь сучка так прыгала за твоей сосиской? Один мужик говорит другому: я больше никогда, никогда не буду есть грибы. И почему же? Да я им вчера обещал. Салам алейкум. Алейкум ассалям. Салам алейкум. Как говорил один великий мудрец, это, по-моему, 5 век, по-моему, уже нашей эры. То ли Цицерон, то ли Геодот. Не помню кто, он сказал великие слова. Все девушки, как дети. Все, что в руки не попадет, все в рот тянут. Ай, бля. Да и похуй, вообще похуй. Болит, болит, хуй. Но я постарался. Вот говорила мне моя школьная учительница: Сережа, учись на пятерке, а то пойдешь на завод, будешь там работать, как проклятый. Тебе там никто не будет платить деньги за то, что ты сидишь на стуле. Ага. Хуй ты угадала, блядь. Против ходит в камеру к заключенным охранник и говорит: так, сегодня праздник Пасхи, вы все получаете по яйцу вот этой палкой. Пес постоянный. Это у Сейки, по-моему, такая же собака. Мы еще в дальний заходили туда. Давайте тут прочекаем. О, холодильник, найс. То, что ищет. То, что мы... О, господи, боже. Это где, по-моему, в Fallout, да, такая же тема была? Билл. 3 стадии ожирения у мужчин. Первая стадия – не видишь, как лежит. Вторая стадия – не видишь, как стоит. Третья стадия – не видишь, кто сосет. Плюша, тебе мат. Про тебя. Про тебя. Ой, бля, это миссия с GTA. Господи. Все, кто играл, все поймут, что это такое. Это просто забейте. Мне кажется, это отложилось во всех вообще. Самое просто конченое. Просто понимаешь, эта миссия была создана для того, чтобы вот просто людей мучить. Сколько раз вот... Эти, помнишь, рабочие с какими-то палками там бегают? Управление там было, я не знаю. Мне кажется, это какой-то больной ублюдок придумал управление в этой миссии. Я как вспомню, я тебе говорю, мне кажется, я тогда вообще просто все нервы себе уже посадил на тот момент. Уже это было очень жестко. А, ничего не изменилось?
Je suis là. Bonjour. Блин, офигенный пес. Опять со стеной. Успокой свое тело, раскладушка ты ебаная, иди отсюда. Я сегодня корвалол не принимала, не беси меня, безбожниц. Когда алкоголь попадает в кровь. Тебе, блядь, пиздец! Знаете, что сказала продавщица из Пятерочки, когда продала просроченное молоко женщине, беременной близнецами? Снова заработал Алиэкспресс, а значит, настало время странных товаров, например, сейчас джакузи посмотрим. Для пёселей. Алло, диспетчер, блядь, мы падаем, падаем, сука! Блять, не понял, чё нахуй? Чё за демон? Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! На самом деле я не придумал, что делать дальше. И, если честно, мне кажется, что игрой это не было предусмотрено, и сейчас произойдет какая-то нелепая... Помянем. Очка. Что говорит водитель, который любит сбивать людей на пешеходном переходе? Нюхай зебру! Андрюшка, Андрюшка. Неплохо. Прям ништяк. Охуенно. В российских аптеках появился новый обонятельный экспресс-тест на ковид. Самый крутой трамвай в России, с офигенно плавным ходом, что даже, блядь, болгарка, блядь, 15 часов отъездила на крыше и даже не сдвинулась с места. Чё, вкусно? Да, неплохо. Чай будешь? Давай. Охренеть. Все японские дороги имеют уклон... Я же говорил, это можно уже такое... Несколько видео я таких видел. ...покрытие луж. Именно поэтому они остаются без грязи. А чё так можно было, что...